Аналитическая реакция обнаружения соли двухвалентного железа – это реакция с красной кровяной солью. Я поместила на предметное стекло каплю соли мора, источника соли двухвалентного железа. К ней добавила каплю кровяной соли. При контакте этих растворов наблюдается очень характерный признак реакции – густой осадок. Мы внимательно рассмотрим его цвет. Цвет зелено-синий, цвет лазурный. Это вещество очень устойчивый краситель и называется турнубулево-синь. Мы будем проводить одну из самых характерных качественных реакций на ион трехвалентного железа. Это реакция с желтой кровяной солью. Для опыта я нанесу на предметное стекло небольшое количество соли трехвалентного железа. На это же стекло я помещу несколько капель раствора желтой кровяной соли, состав которой калий-4, феррум, CN6. При контакте этих растворов моментально появляется очень характерный признак реакции. Мы наблюдаем появление очень характерного синего осадка. Это вещество имеет глубокий синий цвет, используется в качестве красителя и называется берлинская лазурь. Ион трехвалентного железа можно обнаружить аналитически и с помощью родонид иона. Для проведения опыта на предметное стекло я помещаю каплю соли трехвалентного железа, хлорида железа 3. Теперь к этой капле я добавлю 1-2 капли раствора родонида аммония, бесцветного прозрачного раствора. Признак реакции виден тут же. Особенно хорошо его видно в тонком слое. Мы наблюдаем образование кроваво-красного раствора.